вместо стартового номера 14 Евгения Сайдулина. В этом заезде принимает участие кандидат по сироспорту Вадим Свинухов. Стартовый номер 21. Итак, спортсмен выстреливается вперед. Ведьмя должна стартовать. Вот мы видим Олени. Не согласен с этим. На внутренней траектории Олени сбивается вперед. Отходит он двух тарелки спортсменов. Пока он четвертый, но еще ничего не ясно. Но тольяттинцы просто так же не сдадутся. Свинухов, он идет в колесо Олейника. Витринов пока третий. Спортсмены готовы. Атаки, но пока Шагрин держится. Держится, дорогие друзья, Олейник. И вновь мираж. Приближается тольяттинцы. Говорит, дорогие друзья, гонка продолжается. Будем ждать решения главного судьи, но мы все видели, что хоть Свинухов и Кириллов, это было очень опасная езда со стороны Олейника, он буквально его зарезал. Но посмотрим, дорогие друзья, ничего не будем говорить, давайте наберемся немножечко терпения, дождемся решения главного судьи.